Тимур, скажи, как вообще команда летела? Как самочувствие? Утром был ранний вылет. Насколько успели отдохнуть до вечерней тренировки? Нет, целый день, в принципе, было восстановиться. Перелет не такой долгий был. Из-за этого, я думаю, здесь таких сложностей нет. Все отдохнули нормально. Тренировку провели, все нормально. Готовимся. Что скажешь о качестве газона? Ну, только пример можно показывать другим командам, что все творится как бы на поле. И если на таком газоне не играть, то где играть? За это слов нет. И еще один вопрос. Скажи, команда настроена серьезно, потому что многие специалисты, болельщики и букмекеры считают, что Актобе сильнее в этой паре, чем Ганзасар. Не будет ли так, что недооценка соперника? Нет, недооценка не будет. Мы тоже готовимся, мы тоже понимаем, потому что любая команда, может, она и слабее, но на одну игру может настроиться, тем более дома играет. Из-за этого завтра 100% отдача, будем играть, чтобы хороший результат сделать. Спасибо.